Я слышу, что он не понимает одного. Мы тоже работаем на гелиях, да. Вы не можете, вы уже только что смог. Ты выбирай, вернешься к работе или хочешь следующий. Не ее, она мне нужна на площадке Б. Можешь взять себе кого-нибудь другого, или, если нужно. Заканчивай тут. А остальное здание? Сворачивай все. Стойте, нельзя! Это неприемлемо! Ты заставляй нашего ботана работать, мне пора очисткой руководить. Чисткой. Спасти ученого, вот этого вот чувака надо спасать. Этих всех надо вырубить. Бандюк. Блин, вот опять надо кого-то вырубить, потому что по-другому тут вообще никак нельзя. Сможешь было, я с удовольствием бы этого не делал. Но, к сожалению, придется это сделать. На, ну ты иди сюда. Ты вот сколько вообще? Они меня не видят, это вообще круто. Хочешь, сейчас этого вырублю. Чувак меня тоже не видит. Все, он сполошился. Обосрался. Ну просто испугался. Чувак, что ты боишься-то? Я тебя спас так-то очень быстро. Не убивайте. Ответь на вопросы, посмотрим. Над чем ты работаешь, с учетом каких мер безопасности? В основном над защитой от электромагнитного импульса для оборонки, то есть другому проекту. Робертсон, а какое ему дело? В смысле, кроме того, что черный солдат захватил лабораторию, он собирает все данные по экспериментальному, удаляет их отовсюду. Это не работает, только он знает об общую картину. Хм, а Люци Гелия? Каким боком он сюда входит? Он мой шеф, владелец компании. И он нанял черного солдата Робертсона в целях охраны. Думаю, неплохо было бы избавить Робертсона от этих данных. Можешь меня впустить? Могу провести вас в лифт. Хорошо, давай потом выметайся. Думаю, я лучше останусь. Мои друзья, может, я помогу, если смогу. Удачи. Все, пока, чувак. Спас ботана. Так, ну тут можно никого не убивать, в принципе, вот на этот раз. А что я не могу идти? А, вот могу. Ничего, обязательно бежать. Нет, я хочу пробежаться. Какие безбашенные люди-то. Да я пройду. Взрыв. Вот я идиот, я сам... повезло, я же думал, сам себя убью. Куда мне бежать-то, блин? Я всем этим забыл, куда мне идти даже. А, вот сюда все вспомнил. А сейчас все, сейчас будет разговор. Сэм, я знаю, что ты в белом ящике, я могу помочь тебе, просто дай мне знать, что когда доберешься до компьютера робота, ты все слышал, как усипаться, теперь должно было мне сообщить хорошую новость о Сае. Она на связи? Я поэтому и звоню, давай побыстрее. Папа? Сара, это ты? Ты в порядке? Мне сказали, что ты умер, папа, мне сказали, что ты погиб. Мне сказали то же самое про тебя, я... Извини, Сэм, время вышло. Грим! Позже, у тебя есть дела. Куда ты прыгаешь, чувак?
find this asshole and kill him. Хватается он тут. Оу, щет. Блин, не хотел его трогать, чувак, зачем ты это сделал? Да зачем ты его трогаешь, чувак? То есть, если я близко к врагу встаю, то они мне... То есть, я их могу вырубить. Это вообще подстава. А, Робертсон уже убежал. Или кто он там? Он же убежал уже, да? Вот скотина. Жигамид Робертсона. Прием, Грим. Хорошо, тебе без раз подготовил комнату себе для непрошенных гостей. Ты мне будешь нужен компьютера. Я хочу, чтобы тебя прерывали. Зацепка с названным ренонатором поможет. Придется тут тоже всех убивать. Это Сэм, изучаю систему Робертсона. Отлично, можно админить к ней доступ? Каждая времена администраторский права и адрес сокета. Спасибо. Представлю на заказчику и заберу все, что у него есть. Там все их сдали данные по ЭМИ. Парочка знакомых аналитиков ждет, не дождется их. Хорошо, Сэм. Соединение установлено. Забираю данные. Все, могу идти? Не совсем. Ты мне еще все еще нужен там. Соединение оторвется, я не могу его установить отсюда. Значит, никто больше не сможет добраться до этой коробки. Только мне ясно, через него можно отрубить доступ к сайту, тогда я останусь ни с чем. Тогда стоит приготовиться, сюда идет компания. Слушай, чуваки, мне сейчас батарейка садится, я сейчас продолжу скоро.